В це мало хто вірив. Втім, амбітні цілі у вкрай стислі терміни розпочати функціонування Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Одеського Міністерства оборони України, створеного на базі колишнього санаторію «Лермонтовський», доволі успішно реалізуються. Днями перші військовослужбовці, учасники бойових дій, розпочали відпочинок і лікування на базі закладу. Заехало уже 19 человек, и сейчас в ближайшие дни заедет уже до 50 человек будет. Но до конца месяца мы должны развернуться, я думаю, уже больше 100 человек будет. За словами начальника центру, була проведена велика робота щодо ремонту закладу. Втім, попереду її ще чимало. Восстановить главную артерию жизнедеятельности санатория – это систему силовых кабелей, которые идут на территории санатория, которую приходилось раскапывать и менять. Вторую отремонтировали столовую. Вы все прекрасно помните, в каком состоянии она была. Там приходилось полностью ремонтировать, почти капитальный ремонт. Также сделали разводку по столовой под систему отопления. Столовая в зимний период не отапливалась. Сейчас мы ждем еще котел, чтобы установить его. И замена еще частичная окон. Нужно доставить еще металлопластиковые окна и поменять систему отопления в одном зале. Все остальное мы уже сделали. Также сейчас в столовую будет установлено новое оборудование, дополнительные шкафы, духовые, варочные для нормального объема и нормального приготовления пищи для большого количества людей и для выпечки своих десертов, своего хлеба. Начался уже ремонт в лечебном корпусе, потому что оборудование, которое везется сюда новое, не может быть восстановлено в помещении, в которых падает потолок и стены. В начале июля должно быть все установлено и уже запуститься новое отделение. В існуючих и новых відділеннях матимуть можливість пройти реабілітацію не лише військові. Мы открыты для всех категорий граждан, не только для сотрудников Збройних сил Украины, а также для всех льготных категорий граждан. К нам уже обращаются люди для заключения договора с Фондом социального страхования для получения льготных путевок. Мы всех ждем, будем рады видеть. Ілля Лубашев пообіцяв і надалі звітувати перед загалом про ремонтні роботи закладу. Отже, маємо надію вже у скорому часі показати вам відремонтовані корпуси та процес реабілітації наших захисників за допомогою нового обладнання.